Сьогодні ми вперше в Чернівцях організовуємо день паркування. Паркування – це означає, що ми звичне для місця, яке використовується, як правило, як парковка, ми його перетворюємо на маленький парк з відповідними атрибутами парку. Тобто в нас є лавочки, є клумбочки, є зони відпочинку. Хочемо привернути увагу взагалі до громадського простору в Чернівцях і до того, як він у нас наповнюється. Тому що в нас, на жаль, центральна частина міста в більшості перетворена на автомобільну парковку. Багато місць могли б виглядати зовсім інакше, вони могли б бути комфортними для пішоходів і могли б бути просто місцем для відпочинку чернівчан. Ми тут будемо до 9-ї години вечора. В 6-й годині у нас буде майстер-клас по приготуванню хумусу і марокканського салату. А після 6-ї в нас вже буде трошки більше музики, навіть буде жива музика. Стоит уділяти должне внимание, щоб організувати подобні мероприятия. Но что касается мест для паркинга, то реализовать в исторической части города это проблематично, потому что здесь все имеет свою историческую ценность, и поэтому перестраивать улицы это не камильфо. Вот. Просто нужен найти человека, который будет компетентен в этом вопросе, и чтобы он полноценно этим занялся. То есть нужно найти человека, нужно найти ресурсы, которыми он бы оперировал, чтобы как-то адаптировать историческую часть города под наше столетие. Вот. А что касается нового, если района, то, мне кажется, там есть размах, что сделать. Просто этим сейчас не занимаются. Возможно, потому что нет денег в бюджете, либо деньги есть, но они сейчас уходят на другие какие-то цели. Очень часто видно, что есть какое-то место, которое можно было бы использовать возле дома как паркинг, но этим никто не занимается, и там начинают жильцы города высаживать какие-то овощи, вот всякое такое. Вот. Ну, лично в моем дворе такое есть, поэтому мне кажется, что можно было бы, допустим, часть оставить зеленой зоны под какую-то растительность, а часть сделать под машины.